13 апреля был очень значимый день для шахматного мира Асбеста. Наш город посетила Людмила Саунина, гроссмейстер, четырехкратная чемпионка РСФСР среди женщин. Она провела два сеанса одновременной игры, первый со студентами Асбестовского политехникума. 12 человек. Я буду одна по очереди с ними играть. Сеансер всегда играет белыми, это правило. Делаешь ход, потом отходишь к другому. Пока я круг прохожу, этот человек обдумывает свой ход без часов. Но желательно, конечно, чтобы ходы не пропустили, иначе затянется. Вот. То есть, когда я подхожу, человек должен делать ход. Как и ожидалось, в итоге гроссмейстер показала высокий уровень и выиграла все 12 партий. Ребята получили бесценный опыт. Второй сеанс Людмила Саунина провела в шахматном клубе «Асбеста». Здесь бой именитому гроссмейстеру дали более старшие и опытные спортсмены-любители. Двум из них, Константину Козлову и Павлу Разницыну, удалось сыграть в ничью с титулованной соперницей. Не всегда выпадает такой шанс сыграть с двукратной чемпионкой мира среди сеньорит, правда. Вот так это звучит красиво, вот. Но чемпионка мира. Это даже ведь не деревня, не города, и даже не страны, а мира. Такой шанс не всегда выпадает, и вот этот шанс сейчас есть. Отличившиеся шахматисты, а также самый юный участник одновременной игры «Родион» получили в подарок от гроссмейстера книги с дарственной подписью. Отметим, что шахматы имеют историю в 1500-летие. Пользу этой игры сложно переоценить, особенно для подрастающего поколения. Польза шахмат в том, что надо принимать решения. Понимаете, самое главное, им надо делать ход. Не сделать ход – это все равно проигрыш, а потом отвечать за последствия того, что ты сделал. Вот это самое главное. То есть в шахматы именно поэтому и прошли через века, потому что они приучают к самостоятельности принятия решений. Это ответственность. А если ты не хочешь каждый раз проигрывать, тебе надо учиться. И дальше начинается, что это уже труд, что это уже не так просто. С Александром Петровым согласна и гроссмейстер Людмила Саунина. Популяризация шахмат просто необходима для комплексного развития подрастающих умов. Мышление вот это, выработанное на основе шахмат, мне помогает. Особенно мне помогли шахматы воспитание характера. Характер, потому что я научилась, вот допустим, хочу чего-то достичь. Я планирую заранее ступеньками так, как у нас раньше во времена СССР была пятилетка. Вот, я планирую то надо сделать, чтобы этого достичь. Людмила Саунина пообещала обязательно вернуться в наш город и сыграть очередной сеанс. И может быть в следующий раз кто-нибудь из асбестовских шахматистов сумеет одолеть именитую чемпионку.